Одинцовские госавтоинспекторы провели с учениками Одинцовского лицея номер 6 имени Пушкина урок по безопасности дорожного движения. Им напомнили правила поведения вблизи проезжей части, рассказали о наиболее часто встречающихся опасных дорожных ловушках и объясняли, почему необходимо носить световозвращающие элементы в темное время суток. Ребята из школьного отряда юных инспекторов движения рассказали на занятии о дорожных знаках.